Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор балансира от фирмы Aqua, модель Long Dead New B. Данная приманка поставляется в небольшой пластиковой упаковке. На обратной стороне данной упаковки производитель указывает всю необходимую информацию. Как можно видеть, данная модель имеет вес 38 грамм, длина балансира 95 мм, установлен тройник в размере номер 8, приманка имеет рабочий горизонт до 35 метров, и приманка представлена у меня в цвете 0.14, цвет называется клоун. Вот так вот выглядит данный балансир. Как можно видеть, достаточно классическая форма у данной приманки. Не имеет она каких-то плавничков на спиной или там хвостовой брюшной стороне. То есть достаточно все гладко на поверхности. На спинке присутствует крепежная петля. На брюшке также имеется петля, в которой располагается тройник. Как можно видеть, данная петля позволяет нам легко, просто и быстро поменять тройник и поставить, к примеру, более крупный тройничок или там тройничок с капелькой или с кембриками. Все как бы дело вашего вкуса. По родному тройнику могу сказать, что он очень острый, но не крупный. То есть для данного размера необходим тройничок покрупнее. В головной и хвостовой части установлены одинарные крючки. Крючки мощные, острые, надежные. То есть фурнитура стоит очень качественная. Ну, не зря комплектуется балансир японскими крючками фирмы Ultra C. Тело балансира сделано очень так вот реалистично. Как можно видеть, нанесена вот такая вот имитация чешуи. Даже присутствует боковая линия. В головной части приклеены 3D глаза. Хвостик у приманки пластиковый. Имеет вот такую вот изогнутую геометрию. Хвостик двухцветный. Большая часть хвостика бесцветно, а края окрашены в красный цвет. Данная приманка, вернее данная модель, выпускается как в натуральных, так и в кислотных расцветках. Повторюсь, у меня на обзоре приманка в цвете, который называется клоун. Очень ходовая расцветка. Прекрасно на данную расцветку ловится и щука, и судак, и окунь. Данный балансир как раз вот можно порекомендовать для ловли этих классических рыб, которые, соответственно, большинство рыболовов нашей страны ловят зимой со льда. Балансир имеет великолепное качество изготовления, очень классные расцветки. Вообще сама модель рабочая, поэтому советую обратить внимание на данный балансир. Напомню, модель называется Aqua Long Dead New 8. New B. Приобрести данный балансир можно в интернет-магазине F-Magazine, ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте F-Magazine. Пользуйтесь, не забывайте об этом. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео полезно, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!